Я Нева, один из организаторов страйкбольных игр. Все мы находимся в предвкушении. Немногие догадываются о том, что ждет их на погранзаставе 6. В каждом дворе, в каждом офисе, на каждой улице есть среди нас хотя бы один страйкбольной. Когда речь идет о организации игр, то нет ничего более живучего, чем тупость. Именно поэтому я собрал команду супер-оргов. Дефо. Вы знаете его как Ахмеда. И с тех самых пор мы не можем его излечить. Он одевается в гиене, ставит ВВД на ПКМ и никогда не чинит механы. Он хочет нанять трактор, чтобы не копать окопы самому. Слышь, телега, давайте просто баблос подкину, ты весь кипиш вместо нас за мной. Слышишь, ты, я тебя сейчас знаешь, куда это запихну? Чтоб больше такой хуйни у меня здесь не было! Фил. Его непреодолимо тянет к жрачке и большим сиськам. Синька, интернет и половое созревание не оставили эволюции вообще никаких шансов. Мы хотели поручить ему проводить дуэли. Лови! Не прокатило. Хирург. Он будет отвечать за фестивальную часть погранзастава. Умеет бухать и блевать одновременно. Но вы даже не представляете, на что он способен под синькой. Сами. Осторожней, это Терек. Он обиделся, и тревожить его опасно для жизни. Ведь он своим мозгоебством способен высосать душу из любой компании и без контакта вынести мозг даже в контакте. Ты псих, что ли, совсем? Только же ремонт сделали! Запомните, это Зохан. Мы его зовем Сатана. Если бы он имел пластиковые зубы диаметром 6 мм, то перегрызал бы глотки своим врагам. Разумеется, наш список был бы неполным без Люка. Найти его на полигоне очень легко. Налей! Ну вот, мы не проводим ночную игру, потому что он впалит всех игроков многотысячными вспышками от ебаного селфи. Дяденька, вы не могли бы матом не ругаться, а то я прямой эфир веду. Что? Это у нас секретное совещание вообще-то. Сука, теперь все узнают, что 14 июля 6-я погранзастава. Вы спросите меня, зачем я все это рассказываю про этих страйкболозавров? Да потому что вселенная решила меня капитально поиметь. Они не лучшие из лучших. Они даже не лучшие из худших. Они это то, что досталось. Теперь судьба погранзаставы в их кривых руках. И это будет полный пиздец, потому что игру может сделать кто угодно, но только не они. Себяшечка. Да ебать оно все конем, я сваливаю.